Ну, не знаю, тут такая реклама навязчивая, будет меня слышно или нет. Ну, прям очень громко. Короче. Я в комбине из Торс. Комбине. По-японски это комбине. И решила снять, если меня не выгонят, конечно. Буду тестировать два вида. Джагарико. Джагарико это такие картофельные палочки, типа чипсов, снеки. Одни со вкусом таракубата, это минтаевая икра с сливочным маслом. И второе, это тоже минтаевая икра с сыром только. Если с маслом я уже пробовала, с сыром я еще не пробовала. Вот поэтому я хочу их сравнить, есть ли разница. Вот, но уже есть разница в цвете. Те, которые с сыром, они более такие насыщенного цвета. Эти менее с маслом. Ну и еще я взяла себе просто на десертик вот такое желе. Это дневная норма. Куда вы? Это дневная норма витаминов А, В1, В2, В6, В12, С, Д, Е, К. Вот такая штука. И сока здесь из лимона, я так понимаю, 10% содержания. И взяла еще горячий кофе, куда же без него. Ну что ж, начну. Начну я с такого. С маслом сливочным. Вот отличие вот этих чипсов в том, что они имеют вкусы все не сильно ярко выраженные, не такие химические, как вот бывает в чипсах. Кроме того, сама как сказать, структура или как консистенция, как это сказать по-русски? Она очень такая как бы твердая, особенно вот это вот в начале, но когда ты ее прокусываешь всю, в принципе, она легко ломается, хоть и жесткая, да, и рассыпается, она уже как бы не то чтобы мягкая становится именно как вата, а именно хоть и хрусткая консистенция, но она не колючая, или как сказать. Пробую сыром. Разница не только в том, что здесь сыр, в отличие от первых, а в том, что еще икра, она немножечко другая. В Японии есть два вида икры минтаевой. Тарако, это вот когда тушки, ну здесь вот показано, они вот так вот продаются тушки, но они идут просто соленые. А вот это вот минтайко, минтайко конкретно, оно вот эти тушки промазаны красным перцем, то есть они острые. Поэтому и сама икра минтая отличается. Это не острая, это острее. И то, что вкус масла он мягче, а вкус сыра более, конечно, насыщенный. Острое. Я думаю, если пачку всю съесть, будет достаточно так ощутимо. Такие дела. Ну что могу сказать, вообще калорийность у этих вот штучек, у банки вот такое 257 калорий, 259, ну в принципе практически один в один, в 2 калории они идут, ноздря ноздрю. Производят эти джагарико, правильно написано, называются эти чипсы джагарико. Джагарико вот этой фирмой с 95 года. Так что будете в Японии, обязательно попробуйте, рекомендую. Классические они вообще вкус просто картофеля, поэтому если любите поострее, берите такие. Если любите более такие, ну, нежный вкус, уж тем более перец вы никак не переносите, то берите вот такие. Ну что, на этом все. Закончу свое маленькое, коротенькое видео.
Если у вас будут какие-то пожелания по поводу обзора продуктов из комбини, пишите обязательно. Буду снимать. Еще джагарику есть вот такие. Это с овощами. Это классические. Это которые мы с вами пробовали. Еще новые появились. Какие-то прям очень вкусные даши. Даши — это бульон. Видите, он тут даже представлен, из чего делаем бульон. Он делается из вот такого пинца. Голубого какого-то, с полоском. Как он правильно называется. И ламинарии водоросли. Эти большие, это L size, как бы большой сайз, но размер это у них L. Поэтому побольше, они подлиннее. Здесь похожие на них вот такие вот, это соевым соусом. Чуть-чуть текстура этих чипсов отличается. Фирма та же, производитель. О, смотрите, какие еще есть необычные. Перец и что? А, юзу, это с юзу? Классненько. Надо будет попробовать в следующий раз.